Мобильные телефоны с ГЛОНАСС появятся уже в этом году. Новости с Конгресса по интеллектуальным транспортным системам, проходившего в эти дни в Москве, облетели мировые новостные ленты. Телефоны с российской навигацией уже разработаны. Через несколько месяцев появятся первые образцы, а на прилавке устройство поступит в 2011-м. Обеспечивать устойчивый прием сигнала по всей планете будет космическая группировка, которая вот-вот пополнится новыми спутниками. Будут еще два запуска до конца этого года, также по три космических аппарата ГЛОНАСС и начало летно-конструкторских испытаний ГЛОНАСС-К, нового аппарата. Сейчас многие российские навигационные устройства работают в двух системах. Приемник может получать сигнал либо ГЛОНАСС, либо GPS. Пользователь сам определяет, какой сигнал точнее. Что это дает простому пользователю? В силу разных причин могут наноситься какие-то искажения в радиосигнал одной из навигационных систем. Имея вторую систему, мы получаем более эффективную интеллектуальную транспортную систему, более надежную, сдублированную каналами. А когда войдет в строй третья мировая навигационная система, европейская «Галилео» или китайская «Компас», из управления транспортом вообще могут исключить человеческое участие. Самолеты без пилота можно будет сажать с точностью до сантиметров. И тогда, быть может, пресловутый человеческий фактор перестанет быть главной причиной авиакатастроф.